Уложиться в сроки. Глава региона лично оценил ход строительства жилья в Нарьян-Маре и поселке Искателей. Александр Цибульский обратил внимание подрядчиков на недопустимость нарушения сроков сдачи объектов. Услуги в шаговой доступности. В Центре развития бизнеса НАУ открылся дополнительный офис МФЦ. Здесь будут оказывать услуги предпринимателям. Чужих детей не бывает. Жители округа откликнулись на призыв нашего телеканала о помощи семье маленькой Лизы. Девочке с диагнозом ДЦП предстоит пройти курс дорогостоящей реабилитации в московском центре. Часть средств удалось собрать общими усилиями. Время новостей на телеканале «Север», в студии Ирина Нежалова. Здравствуйте. В РИО губернатор Александр Цибульский осмотрел сегодня строящиеся жилые дома города Нарьян-Мара и поселка Искателей. Это объекты, сроки сдачи которых власти региона держат на особом контроле. По словам губернатора, наверстать упущенное – главная задача подрядчиков, которую они обещали выполнить. Осмотр строительных объектов Александр Цибульский начал с двух жилых домов на улице Поморской. Они рассчитаны на 47 квартир, 43 из них предназначены для расселения очередников поселка. Согласно условиям контракта, объекты должны быть сданы в августе текущего года. Начало, Олег. А у нас когда? Август и будет, да, срок, который должны быть? Да. Да. У нас два дома, оба должны быть сданы в августе. Вот эти два? Да, эти два должны быть сданы в августе. По нашему мнению, что коллеги, наверное, наше мнение, оно не в кавычках. Коллеги сказали, что успели. Да. Мы исходим с того, что должны все сделать. Мы надеемся, что они сделают все. Сейчас на объектах ведутся внутренние работы. Заканчивается монтаж водостоков и электроснабжения. В июле будут смонтированы балконы. Следующим объектом стал 10-секционный дом на улице Авиаторов. В нем будет 294 квартиры. Руководитель подрядной организации сообщил, что первые три секции, состоящие из 91 квартиры, после устранения замечаний, вполне реально сдать к концу лета. Газ все проверили, когда будем передавать уже управляющей компании, то есть у нас опрессовка, все подключение произошло, проверено. Все плита работает. Это тут такое одно большое окно, да? А это вентиляция? Да. Это протяжная? Ага. Это в проекте? Да, конечно. А что, это плохо? Конечно. А что плохо? А что хорошего? Она должна портить, чтобы открыть. Можем подняться на седьмой, на шестой этаж. Дом на Авиаторов оснащен современными лифтами «Экомакс», изготовленными на Щербинском лифтостроительном заводе. Это лифты новой серии, соответствующие европейским аналогам и сочетающие в себе наиболее удачные инженерно-технические решения и качественные комплектующие. В каждом из них установлена мультимедиа-система. Время движения лифта играет музыка, а этажи объявляются голосом. Тут разную музыку разных подъездов запускать. Чередуется. Не, можно менять? Можно свой плейлист? Можно, да. Кроме пассажирского лифта, в доме установлен и амбулифт, который позволит передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья. Также сегодня Александр Цибульский проверил строительство двухсекционного дома на улице Первомайская на 47 квартир. Окончание строительства запланировано на ноябрь 2018 года. Подрядчик пообещал сдать дом уже в середине октября. Обратились в администрацию города с просьбой разрешить круглосуточную работу. Нам ответили, что такими полномочиями не обладают. Получили отказ? Нет, ну это не отказ, а в мягкой форме. Ну вы можете же просто какой-то удлиненный рабочий день? У нас удлиненный, да. 6 до 10 вечера. 6 утра до 10 вечера, да. Круглосуточные жители. Это очень близко дома. Это очень близко. А расширенных работ не будет, то есть по ДЦБ мы проходим. Ну кран, он как бы работает практически бесшумно. Мы его еще сейчас дополнительно смазываем. Ну, посмотрите, если есть возможность, круглосуточно работать. Критических срывов сроков сдачи строительных объектов пока нет, но отставание от графика есть практически на всех объектах. Ладно, коллеги, мы сегодня пообщались, посмотрели по всем объектам проекта. Да? Значит, мы фиксируем следующее. Значит, 2 сентября мы Искательские дома принимаем. Поморск. Правильно? Да, да, на Поморской. Значит, у нас получается 10-секционный... Да когда он сдается? На ноябре. 30 ноября этот и, по-моему, и на авиаторов. И да. На авиаторов. Договорились? Договорились. Спрашивать будем строго. Не обижайся. Согласен. Спасибо. Олег Хатанзийский, Александр Бобрякович, Антон Водряков, телеканал «Север».
Округ ждет масштабных бизнес-проектов, которые будут давать отдачу в бюджет. На грант губернатора Ненецкого округа смогут претендовать крупные инвестиционные проекты стоимостью от 50 миллионов рублей выше. Дорожная карта по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории региона была согласована в ходе прошедшего заседания Координационного совета. Поддержка в виде гранта губернатора НАО будет оказываться проектом с объемом инвестиций в основной капитал от 50 миллионов рублей. Мнения всех сторон внимательно выслушаны и обсуждены. С целью обсуждения данного проекта было проведено несколько встреч с предпринимательским сообществом. Поступившие предложения были отработаны и часть принята, часть до следующей комиссии опять отрабатывали, но практически все предложения предпринимателя нашли отражение в представленном проекте. Гранты губернатора Ненецкого округа будут предоставляться на конкурсной основе. Среди критериев, на основании которых будет определяться победитель, срок окупаемости проекта, бюджетная эффективность и уровень заработной платы. Но это еще не все. Положение в проекте не должно быть просроченной задолженности по налогам, страховым взносам. Гранты предоставляются на конкурсной основе порядка расчетных показателей. Следующие показатели оцениваются. Это срок окупаемости проекта, чистая приведенная стоимость проекта NPV, внутренняя норма доходности при реализации проекта РРР, так называемые. Также оценивается привлечение работников из числа лиц, постоянно проживающих на территории Ненецкого округа. Округу нужны более масштабные бизнес-проекты. Идея учреждения губернаторского гранта изначально заключалась в том, чтобы проекты, к реализации которых будут привлечены средства гранта, приносили бюджету округа финансовую отдачу. Таким образом, данный механизм позволит поддержать крупные проекты, реализуемые на территории Ненецкого автономного округа, которые позволят обеспечить занятость граждан, повышение налоговых отчислений, бюджета всех уровней, также предоставление жителям округа новых видов товаров и услуг. Порог инвестиций в окружной бизнес законодательно запланировано утвердить уже в июле. Процедура оценки нового инструмента стимулирования бизнес-активности завершена. Тимофей Жуков, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Представители бизнес-сообщества могут получить порядка 70 услуг по принципу одного окна. Сегодня на базе Центра развития бизнеса НАО открылся дополнительный офис МФЦ. На открытии Центра оказания услуг для бизнеса побывала наша съемочная группа. Одним из первых клиентов Центра оказания услуг для бизнеса стал Вячеслав Апицын. Визит молодого предпринимателя из Индиги в офис МФЦ вызван необходимостью зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор». Ну, считаю, что в нашем округе это стало очень удобным, так как в одном здании можно и зарегистрироваться, и получить какие-то консультации, и получить финансовую поддержку. Всего предпринимателям НАО по принципу одного окна будут доступны порядка 70 услуг. Центр услуг для бизнеса сейчас представляет два окна, в которых работают универсальные специалисты, оказывают услуги из Росреестра, налоговой, различные ведомства, например, фонд социального страхования, также департаменты. Например, вы можете здесь получить лицензирование на розничную торговлю, вы можете здесь получить, сдать документы на разрешение на ввод в эксплуатацию, по Росреестру, регистрация зданий, регистрация сооружений, регистрация скважин, часто приходят юридические лица, обращаются. Все это вы можете получить здесь у нас. Примечательно, что дополнительный офис МФЦ располагается в одном здании с профильными центрами и отделами. По адресу Ненецкая, 3, максимально сконцентрирована вся поддержка предпринимателям. Это и финансовая поддержка, и лизинговые услуги, и кредиты, и микрозаймы. Это и консультационная поддержка, которая сейчас у нас с этого года тоже в рамках софинансирования, как и Центр оказания услуг, создан Центр поддержки предпринимательства за счет частично средств федерального бюджета. Сейчас вот уже даже можно получить и государственные услуги, регистрационные, зарегистрировать свой бизнес, обратиться даже, наверное, в корпорацию МСП за какими-то услугами и финансовыми в том числе. Мы надеемся, что это даст дополнительный толчок для развития предпринимательства в округе, станет удобным, и самое главное, что все услуги можно будет получать в одном окне. Так что с сегодняшнего дня мы начинаем работу и надеюсь на
успех этого дела. Центр оказания услуг для бизнеса позволит предпринимателям существенно упростить решение своих задач. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Депутаты окружного парламента предлагают снять препятствия для оформления многодетными семьями арендуемого участка в собственность. Соответствующие поправки, которые законодатели намерены внести в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком округе, разработаны в связи с обращениями семей к депутатам. Согласно закону, если многодетная семья имеет на условиях аренды земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, то она вправе бесплатно оформить его в собственность для индивидуального жилищного строительства. Вместе с тем, в июле 2016 года в закон были внесены изменения. К многодетным семьям, подающим заявление о постановке на учет в целях бесплатного предоставления участка, стало дополнительно применяться условие о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Однако имеют место случаи, когда многодетная семья уже построила индивидуальный жилой дом на арендуемом участке, а переоформить его в собственность они теперь не могут, поскольку в жилых помещениях уже не нуждаются. Законопроектом предлагается в качестве исключения не применять условия необходимости для членов такой многодетной семьи состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях. На лечение юной наринмарочки Лизы Михальченко жители округа за два дня собрали 95,5 тысяч рублей. Всего на призыв о помощи откликнулось 89 человек. Напомню, что всего на курс реабилитации необходимо собрать 300 тысяч. Лиза родилась в августе 2015-го. В год девочка не ходила. Попытки мамы Лизы Асии выяснить причины этого оказывались безуспешными. Местные врачи твердили, девочка пойдет. Но этого не произошло еще год спустя. Когда Лизе исполнилось 2 года, в Москве ей был поставлен диагноз ДЦП. 3 раза в год ездим в различные центры, реабилитация, лечение. И результаты были незначительные. Настоящим чудом для семьи стало июньское посещение центра Натальи Пыхтиной. О нем Асия узнала из передачи «Мужское и женское». Она взялась за Лизу и буквально за 2 недели сделала просто невозможное. Мы сделали первые шаги, мы стоим без опоры, мы начали двигаться, мы стали ходить. И просто моему счастью нет предела. Я просто в восхищении. Прогноз доктора Пыхтиной позитивный. Через 2 месяца Лиза будет ходить уверенно и без малейшей поддержки. В ближайшее время Лизе вновь предстоит поездка в центр реабилитации. Семьей уже потрачены немалые средства на лечение. Сумма, необходимая для предстоящей поездки, 300 тысяч рублей. Помочь Лизе может каждый из нас, перечислив любую сумму на номер счета, указанный на экране. Номер карты Сбербанка 54 69 04 00 14 46 19 16. Получатель Асия Николаевна Михальченко. Я больше хочу поделиться не только своей радостью, но и сказать о том, что вначале было очень трудно. До года мы сидели как в своей скорлупе, мы боялись. Я вообще не верила, что у меня ребенок ДЦП. Мы как-то этого стеснялись даже. И вот так родители детей-инвалидов, мы сидим дома тихонечко и думаем, ребенок сам вылечится, исцелится. Да? На самом деле чудес таких не бывает. Надо лечить, надо двигаться, надо выходить из этой скорлупы и искать врачей, которым можно поверить и которые нас научат и помогут нам. В Наринмаре стартовала благотворительная акция «Добро как чудо» по сбору подарков для детей из оленеводческих общин. Сбор одежды, обуви, игрушек, развивающих игр и канцелярских принадлежностей будет проходить с 1 по 31 июля в комплексном центре социального обслуживания. В начале учебного года подарки отправятся к детям оленеводческих общин Ямто и Ненецкая община Канин. В 2017 году в ходе акции жители округа принесли 350 килограмм вещей, книг, канцелярских наборов и игрушек. 36 коробок с подарками переданы жителям Тундры через департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям Ненецкого округа. Сбор подарков для нуждающихся детей организован в комплексном центре соцобслуживания по адресу улица Рабочая, 17А, кабинет номер 3. Телефон для справок 4-21-80. В Ненецкой окружной больнице в этом году открылся кабинет профилактического консультирования. Специалисты отдела выявляют степень никотиновой зависимости и, более того, помогают пациентам от нее избавиться. За несколько месяцев к медикам обратилось порядка 50 жителей Заполярья. Некоторые из них после пройденного курса и вовсе отказались от этой пагубной привычки.
Мы с вами проведем небольшое исследование по определению содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе. То есть нужно нам определить, какая степень гипоксии, есть ли вообще эта степень гипоксии. Андрей Кожемяка пришел в кабинет профилактической консультации для того, чтобы навсегда отказаться от вредной привычки. Собирался долго. Мужчина курит уже на протяжении 26 лет. Признается, в сутки ему требуется минимум 15 сигарет, а это очень большая доза никотина ежедневно. Специалист проводит небольшой тест, чтобы узнать степень зависимости. После на аппарате смокилайзер определяет концентрацию угарного газа в легких. Начал пробовать бросать курить уже в таком довольно-таки осознанном возрасте, то бишь это где-то вот там лет 5 назад вот начал задумываться и стал время от времени бросать. Когда-то получалось там месяц-два не курить, потом опять закуривал. Ну, как бы вот решил в конце концов все-таки окончательно и бесповоротно это дело сделать. По итогам теста у мужчины тяга к курению из-за стрессов и нервов, но есть хорошая мотивация отказаться от табака. И, как заверил пациента врач, после индивидуального курса он сможет оставить сигареты в прошлом. Еще один желающий распрощаться с вредной привычкой — Владимир Рожин. Молодой человек курит в течение 5 лет. Пришел на консультацию, чтобы понять, почему так сложно бросить курить и как перебороть тягу. Расскажите, что происходит, когда вот вы закуриваете? Почему? По каким причинам вы закуриваете? Есть желание покурить, то есть какое-то, возможно, похожее на чувство голода. Например, если с утра проснулся, позавтракал, потом не хочется покурить сигарету. Психолог рекомендовал делать по утрам дыхательную гимнастику и физические упражнения, а также определил степень зависимости и причину, из-за которой у молодого человека появляется дикое желание курить. У меня слабая зависимость от курения, то есть, в принципе, мне не хватает для того, чтобы бросить, только мотивации к этому, к отказу от этого самого курения. То есть от никотина я не сильно зависим. То есть мне ничего, между мной и тем, чтобы я бросил курить, стоит только мотивация. То есть мне нужно смотивироваться, наверное, в первую очередь самому себе, и тогда все получится. В кабинете медицинской профилактики с пациентами работают и врач-методист, и психолог. Без участия последнего многим зависимым людям бросить курить гораздо сложнее. После проведенных процедур вместе с клиентом медики определяют план дальнейшей работы. Врачи признаются, самое главное – это желание человека отказаться от вредной привычки. Прежде всего, мы, конечно, нацелены на тех, у кого высокая мотивация, да? Тогда эффективность лечения будет достаточно высокой. Вот. Но а тех, у кого низкая мотивация, наша задача помочь прийти им к мысли о том, что надо это сделать и чем это чревато, то есть проинформировать. С марта месяца за помощью к специалистам обратилось порядка 50 человек. 9 из них еще на начальной стадии лечения бросили курить, а 4 уменьшили количество сигарет. Если человек самостоятельно не в силах отказаться от никотиновой зависимости, сейчас ему есть куда обратиться. Записаться в кабинет профилактической консультации можно по номерам, которые вы видите на своих экранах. Олег Хатанзийский, Людмила Сидейская, Александр Дуркин, телеканал «Север». Вы смотрели новости на телеканале «Север». Телефон службы информации 49003. Далее смотрите прогноз погоды.